Здравствуйте, меня зовут Анастасия Гайко, я стилист, имидж-консультант. Помогаю людям, девушкам, мужчинам, женщинам освоить язык одежды. Я знаю этот алфавит и могу научить каждого разговаривать по-своему. Благодаря курсу «Частная прибыльная практика» я достаточно четко разложила свои знания, потому что у меня был такой сумбур с ними, то есть я хотела всем людям дать огромную порцию того, чего я знаю. И клиенты, они, как правило, пугались, убегали, и казалось бы, я такая милая девушка, но они просто испытывали страх ко мне. Вот. А все оказалось просто. Я слишком много давала, я не слышала своих клиентов, я не понимала, чего они хотят. Я просто, у меня была миссия заполнить их знаниями, заполнить их той информацией, которой я владею, но оказалось, это не совсем им нужно. Во-первых, мне надо уметь их услышать людей и понять, чего они хотят, и давать им то, чего они хотят, а не то, чего хочу я. И также в моей практике до курса у Ани я часто работала бесплатно, и мне было сложно называть стоимость за свою работу, потому что работа в удовольствие. Я очень люблю свою работу, и мне казалось, ну это же так просто сочетать вещи, разбирать гардеробы, бегать на шопинг, и для меня это просто, ну, легкая работа, и за нее еще брать деньги, и мне это казалось каким-то неправильным, непонятным, но в итоге обмен энергиями должен происходить грамотно, правильно, чтобы я все-таки не истощалась, и клиенты мои довольны были. Поэтому практика, курс — это, ну, просто невероятная вещь, которая действительно раскладывает все по полочкам. Есть четкая стратегия, есть четкие задачи, которые главное делать. Главное делать эти маленькие шаги, и вы добьетесь успеха, вы добьетесь своих целей, и ваше желание исполнится.